Здравствуйте всем, с вами Григорий Эджвардс и добро пожаловать в город Вайсаус. Сегодня первая новость это строительство гимназии номер 19 в городе Айсадовске. Она, кстати, пока что не до конца достроена, но обещаю, что сказать, но она будет достроена буквально окончательно. По иронии судьбы, то есть по ошибке, строительство началось на пересечении улиц Олимпийская и Шатунова. Но планировалось то, что эта гимназия будет располагаться на улице Доблести, то есть рядом с остановкой, где рядом должен быть здесь быть торговый комплекс «Радуга». Но руки не доходят до строительства и этого ТРК. Да-да, именно ТРК там должен быть. Что же касаемо гимназии. Гимназия трехэтажная, то есть она будет соединена вот здесь и вот здесь. Как, я просто хочу наложить, но, так сказать, там еще окна поставил, но... Не все, можно сказать, не застроено, не частично застроено первый этаж, там увеличено, столовая появился буфет, кухня, разумеется. Также планируется туда запихнуть спортзал, да. Здесь я убрал гардероб. Здесь раньше гардероб был, так сказать, в этом корпусе. Теперь планируется либо класс туда обычный запихать, или же что-то иное. Здесь же окна будут заложены, потому что они будут не нужны здесь. А там будут проходы в этот корпус, в следующий. Ну, не знаю, как правильно сказать, то есть как бы переход на левое крыло, там центр школы, гимназии. А там будет переход направо. Вот так. Про гимназию я, в принципе, сказал все. Теперь перемещаемся на улицу Первых Три, на улицу Авиаторов в Гагаринский район. И представляю вашему вниманию живой комикс под названием «Евангелион». Правда, не весь, можно сказать, сдан в эксплуатацию. То есть планируется как минимум 5 живых зданий. То есть, да. 5 домов, но в эксплуатацию сданы только 3 дома, то есть около. То есть жилой комплекс готов на 60%, всего 3 дома из 5. Расскажу, это, можно сказать, комбинация из домов расскажена в цвета персонажей из Евангелия, сейчас идет Аска, Мисата и Рей, все. Пока что 3 дома из 5, то есть планируется еще вариант, еще 2 здания, и на этом строительство будет окончено. На этот раз уже будет дополнить еще 2 дома, расскажем уже в цвета Рицука и Синди. Вот. Пока что вот так. Хорошо, сейчас расскажу, но сказал, то есть, в принципе, там было все. Тем более, это комбинация из домов, которые есть на улице Первых Строителей, а также на Черваковской районе одной школы. В принципе, для тех, кто, наверное, не в курсе, это, наверное... это точнее серия. Так, всего лишь, можно сказать, авторский вариант. Авторская, как говорится, разработка, вот, который день я Соне говорил. Автор лично разрабатывал собственную серию домов, то есть имеется в виду 111 АТ. Так вот, или же просто АТ. АТ это Айсадовск. Есть 111 АТ1, это вот пятиэтажки, которые как бы внешне почти напоминают дома P14 вроде как, и дом C1460 это Сталинка. 111 АТ2 это, можно сказать, пятиэтажки на Комендантском проспекте, а также общежитие там возле университета на проспекте Ленина. 111 АТ3 это в частности жилые, это уже 11-этажки уже. Те, что на дачной улице, а также на главных улицах, можно сказать, чуть ли не везде, в том числе в Гагаринском районе, это уже на улице Светлого, там 3 таких дома, 4 парадных.
И серия 111 AD4 это те дома, что использованы для жилого комплекса Евангелион. Да и не только для ЖК, а также дома, что, например, тут на улице Первостроителей, вот упомянутый ранее, вот этот четырехпарадный. И на Щербаковской это вот тут уже шестипарадный вот дом. Ну и еще один такой же уже на Чкаловской четырехпарадный. Все. Ну что ж, друзья, на этом в принципе все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, залетайте ко мне в группу ВКонтакте, на мой сервер Discord и в мой чат Telegram. Ссылка в описании под видео. Буду рад, если вы поддержите канал Копеечка. Для этого есть Donation Alerts. Ссылка тоже в описании под видео. Ну что, с вами был Игорь Эджвардс. Я являюсь основателем и владельцем города Александровска. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Сделал скриншотик на память. Всем пока.